Здравствуйте, мои дорогие друзья! В эти предновогодние дни вы увидите на моем канале все только самое интересное. И именно с этой целью мы собрались с двумя моими подругами, с двумя галочками, и направились на юбилейную выставку «Искусство куклы» в гостиный двор. И я приглашаю вас с собой. Будет очень интересно. Надо же, даже ноги прям вот совершенно натурально. Надо же, какая красота. Да, настолько натурально, что просто потрясение. Так, а это у нас кто? Тихонов Александр. Акварные куклы. Ну, примерно не написано, да, какой у них. Ну, им больше 100 лет, это конец 15-го, начало 20 века, и костюмы, выполненные современным художником, уже они установлены реп. А, понятно. Сколько лет? Вот этим куклам больше 100 лет, потрясающе. Это вот из Фандорина, это самый раз Петрович Фандорин. Все до мелочей. И даже обувь, посмотрите. Это у массы. Ой, Юми. У Юми. И это фарфор. Галерея Громова Елены. Кукла о театре. Сейчас мы посмотрим этих замечательных кукол. Какая прелесть. Это Алиса. Алиса в стране чудес. Вот посмотрите. Зайчик. Она стала большой. А это замечательная. Изабелла. Все это фарфор. Потрясающе. Богиня, актриса, красавица. Даже туфельки. Макияж. Белая роза. А это Набис, именно Народицкая. Прелесть.
Галерея Елены Громовой тесно сотрудничает с дизайнерами, декораторами и архитекторами, которые используют не только скульптуру и живопись, но и художественную куклу в своих проектах. Вы только что видели проект «Театр», а сейчас художник Ольга Сукач рассказывает нам о жизни любимой с детства Мальвине с голубыми волосами. Вот она на прогулке, вот ее утро и завтрак. Кстати, вы уже знакомы с художниками этой галереи. Помните проект «Шахматы» – выставка кукол, проходившая в шахматном клубе на Гогольском бульваре в прошлом году, где были представлены куклы, пешки, куклы ферзей, королевы, ладьи. Ну а сейчас мы видим Мальвину, которая только что писала письмо. Сейчас она занимается со своим любимым пуделем Артамоном. Она ему читает книжку. Посмотрите, какой замечательный Артамон. Ну а позже она будет готовиться к вечеринке. Она идет на вечеринку. И обратите внимание, как элегантно она одета. А вот обратите внимание, какая очаровательная блондинка, как она очень модно одета, на ней изумительная кружевная кофточка и очень нарядная голубая с белым и черным юбка. Очень симпатичная, красивая блондинка. Как же нам повезло! Мы сейчас познакомимся с создателями необыкновенных кукол. Вы автор, а как вас зовут? Наталья Савченко. Кузнецова Мария. О, то есть вы не родные? Самые родные, бабушка и внучка. А, внучка, понятно. Я смотрю, такие эти, ой, замечательно. Спасибо вам огромное. Сейчас посмотрим вашу красоту. Спасибо. Ну, вы сами очаровательные. Приятно. Ну, а мы что, стараемся. Разве это не так? Мы стараемся. Потрясающе, потрясающе. Ой, у вас даже сумочки, извините, даже сумочки. Ой, вы какие мастерицы. Бабушка. А как идет вам все это? Спасибо. Ой, очень приятно. Вы сами слушать. Как куклы, красивые, уникальные. Только большие, как Алиса в «Стране чудес», да? Ой, спасибо вам огромное. Ну вот видите, такие красавицы создают вот такие замечательные куклы. Как вы думаете, могут быть одеты эти куклы? Ну, конечно, не хуже, чем их создатели. Потрясающие. У каждого свой стиль. Они не из одной эпохи, разный стиль. Наверное, как вдохновение приходило к мастеру. Потому что все создается по вдохновению, и такую прелесть, конечно, повторить невозможно. Да и неинтересно автору. Потрясающе. Эти куколки по фотографиям сделаны, вот, по старинным фотографиям. По старинным. А, вот видите, понятно. Вот видите, у каждой куколки свои фотографии, и вот они... Ой. Вот это вот. Колясочка ручной работы тоже. Девочка, и вот такая девочка. Так, давайте посмотрим. Наталья Сачи, их телефон. О, потрясающе. Вот говорят, что эта колясочка тоже вот сделана своими руками. Посмотрите, какая прелесть. Ну да, такую не купишь. И тоже вот фотография девочки. Потрясающе. Скажешь, что это не живое? Нет. А мальчик, посмотрите. Мальчик у нас лауреат 2018 года. Онлайн конкурс «Кукла года». Номинация «Кукла мальчик». Кукла мальчик. Диплом. Вы потрясающе. Такой маленький молодой мальчик и уже с дипломами. Дипломированный. Дипломированный. Молодец. Ну нет, на самом деле мне все нравится. Я даже не знаю, что...
И главное, живые, живые. Ну, вы посмотрите. Ну, разве это не живая девочка? Со своим выражением лица. Такая вот милая-милая. Хочется расцеловать. Данные костюмы были в 20-м столетии у нас представлены на известных спектаклях. И по мотивам этих спектаклей, и по эскизам были воссозданы сегодня известными дизайнерами и художниками. Вы можете познакомиться с нашим каталоге как раз непосредственно с этими костюмами. О, потрясающе! Да. Так это историческая верность. Это можно сказать, да, такое историческая память. Но это все театр Мейерхольда, да? Да, это театр Мейерхольда, это все воссоздано, это сделано по эскизам. Эскиз, вот, например, 20-го года. И сегодня можете наблюдать, да, да, да. Воссоздание сегодняшнее. Слушайте, как потрясающе. Прекрасные костюмы 20-го столетия. Прекрасные. А кто это делает, скажите? Это по инициативе Натальи Козловой, известного дизайнера-художника, были воссозданы данные экспозиции. И дизайнеры решили сегодня показать миру, как это было тогда. Спасибо. А вы тоже участвуете в этом, да? Выставки, да, участвуем. А ваши? Он сказочный, он не страшный, он сказочный. Значит, это чело надо объехать, будет один. Как интересно. Вы автор вот этой куклы замечательной. А как вас зовут? Наталья. А вашу бумажку можно? А, вот Наталья Зотова, я все вижу. Ну, можете визиточку взять, если хотите. Прелесть какая. Это герой какой-то, да? Ну, сказочный персонаж. Да. Это самая большая выставка авторских кукол в России. Проходит она один раз в году, в конце года, в гостином дворе. Уникальность гостиного двора обусловлена не только исключительностью его местоположения, а это центр Москвы, но и огромной его площадью, около 12 тысяч квадратных метров. Смотрите, как интересно. Картину Боттичелли мы видим, и вот она изображена в куклах. Боже мой, какая красота. Сначала домой потом. Потрясающе. И это Екатерина Шардакова, называется «Аллегория весны». Справа зефир, теплый западный ветер, похищает Хлориду, греческую нимфу полей и цветов, которая превращается в изображенную тут же Флору, уже римскую богиню, осыпающую землю цветами. В левой части три грации, олицетворяющие целомудрие, любовь и наслаждение. Меркурий, разгоняющий облака, стоя под сенью апельсиновых деревьев, отсылает воображение зрителя к мифу о Парисе и его выборе прекраснейшей из богинь, которой он как победительнице отдал яблоко. Эта богиня, Афродита, или, как ее называли древние римляне, Венера, мягко ступает по ковру из трав и цветов в центре картины. И, конечно, я успела показать лишь малую часть этой красоты, поэтому обязательно будет продолжение. А я с вами прощаюсь, мои дорогие друзья. Желаю вам всего самого-самого замечательного в эти предпраздничные дни. До встречи!